Центр Рима стал ареной для столкновений между африканскими беженцами и полицией. Беспорядки начались, когда власти начали сносить стихийный лагерь мигрантов. Те устроили его прямо на городской площади. Для разгона протестующих полицейские применили водометы в ответ на камни, бутылки и даже газовые баллоны. Собственно, из-за опасности несанкционированного использования таких баллонов и было принято решение о расселении мигрантов. При этом беженцам предложили перебраться в другие районы итальянской столицы, однако те наотрез отказались переезжать.